Всем привет! ZBrush 2021. Давайте продолжим доделывать вот этого персонажа Спарки. И вот как обычно, вот это дело все я отключу. Мне это опять же очень мешает. Все, вот теперь нормально. Что нужно сделать? Спарки нужно добавить глаза, швы, чуть с артом поработать, ну и затекстурить. Потом может развертку еще сделать. Итак, добавляем первым делом сабтулы и находим append, находим сферу, добавляем, переключаемся на сферу. И можно транспозом, вот здесь вот так вот, за квадратик желтый, вот так уменьшить. Или зайти в геометрии и найти size и вот этим ползунком регулировать. Это кому как удобно. Так, перетягиваем такое положение. Ставим теперь левая кнопка мыши Shift, левая кнопка мыши выравниваем персонажа. И вот можно вот так поменьше, поменьше. И подогнать вот именно на эту сторону, на левую. Потому что проецируется все с левой стороны на правую. Так, и немножко глаза побольше. Так, смотрим, что получилось. Подгоняем в глазные яблоки. Ну, в принципе, ничего, так размер вроде подходит. Чуть-чуть можно их вот так повыше поднять. Теперь заходим опять же в геометрии. Находим Modify Topology и жмем Mirror and Well. Так, два глаза есть. Ну, а теперь добавим швы. Здесь уже можно лепить. Так. Брови просто можно нарисовать или еще сделать дополнительно. Переключаемся на спарки или английское N, когда много именно вот этих сабтулов, чтобы здесь не крутить. Здесь вот возможность показа ползунок, сколько сабтулов должно быть видно. Вот 2, 4, 6 можно поставить. Так, Shift левая кнопка мыши и начнем. Вот с этой стороны. Можно делать модель симметричную и швы одинаковые. Если будете делать швы одинаково, то уже начинайте с левой стороны все это дело делать. Итак, уменьшаем вот этот ползунок интенсивность. Кисть стандарт. Нажимаете, вот она тут есть. Вот она. Drop size поменьше. И вот начнем с задней, наверное, лапы вот этой. Делаем вот такой обвод. Так, это маловато будет. Ставим побольше. И делаем вот такой вот обвод. Это многовато. Ctrl-Z. Находим золотую середину. И вот так вот все это дело обводим. Alt, левая кнопка мыши, приближаем. Drop size можно еще поменьше поставить. И вот здесь делаем еще одну полосу. Вот так вот. Вот таким вот образом. Здесь ее тоже вот так уводим. С этой стороны можно немножко ее подгладить. Рисуется она вот интересно так, потому что у нас полигоны треугольниками. Можно добавить полигонов. Ctrl-D. Вот таким вот образом. И вот уже будет рисовать она более по-другому. Так, Shift, левая кнопка мыши. Все это дело. Края проглаживаем. Вот здесь вот тоже можно немножко прогладить. Вот так вот. Следом, что нужно сделать, это уменьшить Drop Size и Alt, левая кнопка мыши. Здесь вот так как бы, ну что-то в таком духе вот так вот сделать. Что-то вот так. Ну вот,
Теперь можно попробовать кисточкой именно Move Topology, Move Elastic. Так, Move Topology здесь вот здесь находится, в другом боку. И немножко, так, кисточку поменьше. Опять же, первый раз делаю. Немножко экспериментов. Вот это все сближаем под разными углами. Где-то можно чуть-чуть вдавить. Будет прикольно выглядеть. И вот так вот делаем вот этот шов. Так, этот вот сюда вот так вытягиваем. Где-то вот так соединяем. Кисточку чуть-чуть побольше. Наплывом вот так вот делаем с разных сторон. Сетку вот так вот натягиваем. Так, ну уже с боков где-то тут шишку надуть обязательно. Вот так. Ну вот нормально. Уже прикольно. Добавим теперь швы. Чтобы не заморачиваться, не делать, допустим, кисточку швов, потом рисовать ее так, типа, зашиваем. Пойдем путем, добавим append и добавим circle. Так, ring, пардон, ring. Так, теперь его немножко уменьшаем. Вытягиваем сюда. Перекручиваем. Еще уменьшаем. И нужно сделать ему сразу DynaMesh. Потому что если сейчас мы его сделаем мелким, он потом может испортиться во внешнем виде. Находим DynaMesh, делаем DynaMesh. И смотрите, что произошло. Вот такая кака. Ctrl-Z, давайте прибавим резолюции. Потом все равно будем уменьшать. Так, Ctrl-Z, подгадаем. Во, вот это уже пойдет. Смотрим сетку. Сетка что-то не ахти. Давайте сделаем с проектом. Прибавим еще DynaMesh. Во, такая будет поплотнее пойдет. Так, теперь все это дело еще раз уменьшаем. Вот так вот. Сетку видимость можно отключить. Что еще можно сделать? Ну, чуть-чуть растянуть. Вот как скоба. И подгадываем ее вот сюда вот так. Ставим боком. Подгоняем, углубляем. Так, смотрим вот так, как она выглядит. И чуть-чуть ее надуем. Во, нитка пускай будет потолще. Так, что еще тут можно? Подальше его, чтобы этот край тоже цепляло. И поближе вот сюда. Типа к телу. Потом еще будем подгадывать, подкорректируем. Ну, а теперь ставим вот в такое положение. И делаем Ctrl. Левая кнопка мыши вытягиваем. Где-то здесь можно ее подрастянуть. Опять Ctrl вытягиваем. Где-то можно подкрутить. Подставить вот так. Где-то косиной. Опять Ctrl вытягиваем. Перекручиваем. Подгадываем. Ctrl и погнали, погнали словом. Так. Чтобы вот вернуться в более-менее нормальный вид, вот нажимаем фрейм и отдаляем нашего персонажа. Так, теперь опять же Ctrl. Смотрим, как она тут села. Перекручиваем, потому что у нас тут лапа и все в таком духе. Эти части мы сейчас тоже подкорректируем. Опять же Ctrl, вытягиваем. Насколько вот вы видите, выходим уже за пределы персонажа. И погружаем ее в эту часть. Так, здесь можно как бы ее меньше сделать, где-то побольше.
Ну, словом, вот в таком духе. Так, эту еще поплотнее. Чуть-чуть перекрутим. Поближе подсадим. И вот сюда выведем. И ведем до самого низа. Жопенс. Так, и немножко перекрутим. Вот так вот. Так, следом снимаем выделение. Ctrl, можно что-то замаскировать. Ctrl-I нажать. Вот так вот перекрутить побольше. Так, а что тут зацепило? Вот так вот. Где-то какие-то можно потом будет вот Ctrl-Shift, левая кнопка мыши. Так, что у нас тут с полигруппами? Одна полигруппа печально пойдет. Так, ну так теперь маскируем одну штукенцию. Ctrl. И попробуем ее Ctrl продублировать. Не хочет, да? Делаем Ctrl W. Назначаем полигруппу и вот эту выделяем. Вот так. Теперь попробуем Ctrl. Не хочет, да? Ну ничего. Сделаем дубляж. Дубликат. Выделим вот эту одну нитку и сделаем геометрии Modify Topology Del Hidden. И вот от нее теперь попляшем тоже. Так, что тут у нас? Shift. То, что зацепили. Ctrl выделяем. Ctrl-W. И уберем ненужное. Shift, левая кнопка мыши жмем, проявляем, выделяем все вот эти видимость объекта. И теперь вот так вот Ctrl, повторяем. Так, много их тоже тут не надо, наверное, а то будет безобразно как-то смотреться. Чуть-чуть пореже. Так, это вот так. Это вот сюда. И чуть-чуть подсадим глубже. Так. Ну вот уже у нас получился такой шов. Вот это все нитки можно так объединить. Делаем merge down. Окей. Выбираем спарки. Ставим кисточку Move Topology, Draw Size побольше. И вот так начинаем что-то стягивать. Так вот. Теперь выбираем нитки и попробуем то, что вот
как торчит, немножко подсадить поглубже, чтобы вот так они не торчали. И так вот нога уже одна во швах. Все нормально. Надеюсь, швы не сильно большие, пойдет. Так, здесь теперь делаем шов вот на лапе. Не вокруг вот так, а теперь на лапу переходим. Ну, опять же, выбираем кисть стандарт. Можно Draw Size поменьше поставить. И теперь через Alt просто сделать вот такой вот паз. Вот так вот. Где-то в таком духе. А теперь нарисовать вот этот кант. Ну, где-то вот так. Края вот эти вот стыковки немножко уменьшаем, и можно интенсивность поменьше и альтом вот здесь еще вот так как бы повмять вот так вот. Во. Ну и чтоб не заморачиваться, дублируем нитки, делаем дубликат, перетягиваем вот как-то. Вот так, наверное. Попробуем, если подойдут. Чуть-чуть их уменьшить. Так, вот эти подошли. Вот с них плясать и будем. Вот так немножко перетянем. Вот что-то в таком духе. Немножко еще перетянем. И вот так вот установим. И чуть-чуть перекрутим. Вот так вот. Ну, вот это давайте замаскируем ненужное. Вот это, допустим. Так, вот это вот нормально она вышла. Так, и делаем Ctrl-W. И это все удаляем. Geometry, Draw Hidden. Следом выделяем.
Ну и тут Ctrl, левая кнопка мыши. Так, это все опускаем. Все это сейчас опять же подкорректируем. Ну и зараз, наверное, так, что на морде. Так, ну, пока на морде не будем делать. Ладно, давайте сразу подкорректируем. Ctrl, левый клик. Делаем на экране. Move topology. И немножко нитки повытаскиваем. Вот так вот. Где-то какие-то можно растянуть. Подправить. Смотрим с разных ракурсов, чтобы вот такого не было. Так, поменьше теперь Draw Size. И вот так как бы прижмем. Ну ничего, так шов получился. Вот эту на подлиннее сделать. О, фрейм. Так, с мордой пока оставим. И вот здесь надо добавить ей именно тряпку, которая будет с узором потом. Значит, добавляем что? А добавлять будем не план 3D, а добавим, наверное, куб. Куб. N английское, выбираем куб. Фрейм, мов, и вот так все это дело уменьшаем. Так, подгоняем. Так. Кстати, здесь есть такая классная штука. Так, пока delete, удалим куб, вот этот. Ок. И попробую показать вам, кстати, что тут можно теперь делать. Так, append. Находим теперь план. Вот так вот. Вот. Выравниваем его, перекручиваем. Так. Ctrl-Z, Ctrl-Z. N. Находим план. И перекручиваем его. Так, вот в такое положение. Вот так. Теперь S. Фу, все с блендером стал путать. Вот так вот уменьшаем, короче. Перетягиваем его наверх. Вот в такое положение. Так, теперь тут его чуть-чуть поменьше. Вот в такую какую-то, наверное, деталь превратим. Найдем вот эту деформацию. Так, сначала боковую панель открою. Так, это brush можно закрыть. Открываем динамика. И вот сюда вот ее перетаскиваем. Так, включаем коллизия, вот эта вот функция. И нажимаем ее. Так, она упала. Делаем Ctrl-Z. Если сделать побольше вот эту вот тряпку, допустим. Так. Вот так это. Работает это все вот таким вот образом. Bends. И останавливаем. Вот уже получается тряпка материал. Здесь вот сила. Так, жесткость. Потом здесь симуляция итерации. Допустим, вот так вот. Гравитация. Ну и в принципе ничего тут такого. Вот получилась тряпка. Так, если здесь побольше поставим, здесь нажмем, или вот тут вот можно, по-моему, нажать назад. Вот это. Так, вот таким вот образом, да? И вот теперь тряпка нормально легла. Вот это все теперь можно закрыть. Вот такая получилась тряпка.
Попробуем теперь сделать ей DynaMesh. Так. Смотрим, что с ней получилось. Ну, в принципе, пойдет как будто рваная. Так, вот это будет уже нормально. Все. Вот теперь сюда можно добавить. Так, вот так чуть-чуть ее сплюснуть. Во. И добавить ниток. Это вот чтобы без маскирования, без всяких там прижиманий потом делать. Она нормально вот приняла вид вот этого персонажа. Также можно экстрактом сделать. Если выбираем N, выбираем нашего вот этого персонажа, делаем Ctrl. Вот так вот что-то маскируем и жмем, допустим, экстракт. Вот получается то же самое, только нужно еще толщину уменьшить. Вот что-то в таком духе получается. Так. Давайте новые нитки добавим. Так. N выбираем ring. Опять же его чуть-чуть уменьшаем. Поднимаем кверху. Делаем ему сразу DynaMesh. Так. Прибавляем резолюцию побольше и делаем DynaMesh. Так, все нормально. Теперь опять ее уменьшаем. Перекручиваем. Вид сверху. Еще уменьшаем. И подгоняем уже под объект. Так, это делаем S. Слишком большая нам тоже не понадобится. Чуть-чуть нитки такие понежнее пусть будут. Потоньше. Вот так. Вот в такое положение ставим. И Ctrl отводим. Ctrl отводим. Можно потом где-то еще даже одну какую-то разворачивать, чтобы не так ровно они шли. Так, это вот в таком духе. Ну, это все поддавится, подтянется. Не суть вопроса. Так, что еще? Ну, погнали теперь вот этот вид сзади сделаем. Так, это значит Ctrl. Поднимаем теперь повыше. Перекручиваем. Чуть-чуть. Вот так, направление поменяем и подсадим вглубь. Ну ничего, так прикольно. Так, теперь Ctrl. Сюда вытягиваем на задницу. Тут высота чуть побольше. Так, где она тут? И вот сюда подставляем. Можно немножко даже сплюснуть, чтобы как будто правда нитка была. Так. До конца не идем, просто... Я персонажа отзеркалю, и все будет нормально. Будет зеркальный такой чел. Так, ну и вот эти вот нитки давайте снимем выделение. Так, вот таким вот образом две штуки выделяем маской. Ctrl, левая кнопка мыши. Опять же, Move. Ну и Ctrl. Так, Ctrl-Z. Ctrl-I. Чуть-чуть вот сюда вот так вот переведем. Здесь немножко перекрутим. Уведем как-то сюда. Здесь тоже немножко перекрутим и подсадим чуть-чуть поглубже. Вот так. И чуть-чуть растянем. Чтобы они хоть как-то по-разному были. Так, а что тут такое получилось? Ага. Пардоньте. Бык не захотел быть подарком. Так, сделаем тогда дубликат. Дубликат. И тогда уже перетянем.
И чуть-чуть назад, потому что здесь будет линия симметрии проходить, чтобы потом не было состыковок. Так. Так. Вот таким вот образом. И немножко можно приблизить к друг другу. Вот так. А эту теперь вот так вот. Так. Ну, вот что-то такое получилось. Так, теперь выбираем N в парке. Делаем ему зеркалку. Delure. Так, Mirror and Well. Так, вот на носу нужно одну затереть, вот эту трещину. Ну и теперь по всем вот этим саптулам. Так вот, N выбираем. Вот этот делаем Mirror and Well. Потом вот этот. И погнали зеркалить. Ну, эту не надо тряпку. Ну вот, нормально. Тут, по идее, у него здесь ляха вот это пришита. Здесь вот до низа, вот это до локтя. А здесь получается вот эта лапа должна быть вот с этими швами. Ну, пусть модель будет симметричная. Так, ладно. Это для объяснения, а так можно делать уже как положено. Так, Shift. Вот эту часть сгладим. Вот остается последняя трещина у нас вот эта. Так, с трещинами словом понятно. Давайте я добавлю. Так, на хвост я потом уже добавлю. И ошейник. Чтобы не заморачиваться, опять же, находим по-быстренькому, да? Append и находим цилиндр. N английская, переключаемся на цилиндр. Так, Flour. Все это дело уплотняем. Уменьшаем. Перекручиваем. И подгоняем вот сюда к шее. Так. Еще раз делаем S. Вот так вот. Перекручиваем. Растягиваем, делаем пошире. У него ошейник был, по-моему. Так. Ну и что-то вот, вот в таком духе. Во. Здесь вот так чуть-чуть сплюснуть на шее. Немножко перекрутить и опустить пониже. Вот сюда. И сделать геометрию Dynamesh. Итак, вот пока такой результат. В следующем ролике раскрасить надо будет все это дело.
И потом, может быть, вставлю кости и какую-нибудь анимацию ему все-таки надо будет сделать. Еще нужно будет попрорезать рот здесь, вот в этих местах. Но это уже перед раскрашиванием покажу, как чего. Все, всем пока, до свидания.